Здорово, ребятки, мальчишки и девчонки, а также их родители. Мы сегодня с вами будем наконец-таки смотреть за первой групповой стадией ПБВЛ-2023. Так вот, да будет бой. Мальчишка хотел тебя назвать. Ну, о чем? Мальчишка Максимка и мальчишка Илюшка будут для вас это дело комментировать. Здравствуйте. Вечер добрый, друзья. Наконец-таки мы с вами стартовали сезон. Да, здесь была небольшая задержка, и мы заглянули с вами буквально в этом матчапе на одну карту, поскольку там техническое поражение на первой карте уже получили ребятки. Но полагаю, что здесь все уже будет зависеть от того, насколько вы собраны, насколько вы подготовлены. Все-таки сезон стартовал, первая групповая стадия. Здесь, если еще и будут какие-то моменты прощаться, то во второй групповой стадии, когда вы войдете уже в этап битвы легенд, грубо говоря, там уже таких моментов не будет. Если вы немножко допускаете себе оплошности, то вас будут просто сразу же съедать. Собственно, что и происходит сейчас на карте пригород Багдада. Два раунда, причем достаточно простых раунда для атаки. Три фрага всего лишь со стороны обороны. Ну, я сейчас так руками развожу, вы, понятное дело, не видите, но здесь определенно вот, ну, прям надо подсобраться. Ну, мы чувствуем, как тут руками разводят. Ну, да, дело такое. Здесь просто вообще... С чего все начиналось? Команда Extreme как-то долго собиралась. Возможно, привыкли к рядовым турнирам, что там на самом деле, ну, условно ты можешь, конечно, ну так, ну, что-то разваливаясь, так заходить. Но, ребята, на лиге-то всегда такая штука происходит, что если написано в 7, значит, надо заходить в 7, вы уже должны сидеть и жмякать. Вот такая вот делюга. Если не успеваете, то вот лично у меня был один пример, что карту забрали, как произошло здесь у ребят тоже. Так. Забрали раунд. Команда Extreme 2-1. Пошли дальше. Вот, ну, я не знаю. Это сейчас всю игру сидеть думать. Я говорю сейчас за игроков Extreme. Меня бы такое, на самом деле, как и тогда тоже было. Я тоже все сидел, всю игру думал. Это не лично моя была проблема. Я в тот момент был готов. Ну, как бы часть команды, часть корабля. Поэтому общая проблема команды. Вот, и сидеть всю игру думать о том, что... Да блин, карту-то мы уже отдали ни за что, ни про что вообще. И поэтому сидеть с таким грузом очень тяжело. Абушев кинул хаешку в плент, наверное, подумал о том, что все, типа, разобрал одного, значит, там никого, но не тут-то было. Говорят, игроки ретард, бомбу поставили, сейчас будут ее защищать, а Гера последний из живых тоже был убит, и 3-1, очень быстро играют ребятки. Я, кстати, думал, этот звук пропал, но нет, надо убавлять. Я вот тоже только что об этом задумался, но я не услышал его пока что. На протяжении вот этих 4 раундов у меня вроде как все нормально было. Заход сейчас на перестрелку под апленд. Там Рокки занимает уже колонны. Скорее всего, для него будет первый контакт. По нему нет информации толком. Да, влетает на перестрелку, находит свой минус. Агера на размене моментальном. Рокки пытается зайти в спину. Агера вообще игнорирует информацию по этому парню. Она ведь давным-давно была. И то, что он уходит на переулок, в частности. Закидываются еще одни гранаты. Рокки просто подрывает Абушева. На самом деле сейчас происходит какое-то избиение. Есть полное ощущение, то, что ребятки в обороне, ну, не сконцентрированы сейчас от слова совсем. Есть такое. Ну, мне кажется, кусочек правды все равно оно есть. Вот про то, что они карту отдали. Это все равно психологическая темка. Типа, вон я сколько тут времени отдал. Ну, не то чтобы я какой-то здесь гарант для этого. Просто, ну, мне кажется, вам тоже говорю, ребятки, на ваш суд, так скажем. Как вы думаете, это влияет? Вот такая вот потерянная карта ни за что, ни про что, как будто бы. Ну, по вине, конечно. Нет, ну, же, самих как ребят. Ни за что, ни про что. Ну, опоздали, не собрались. Это... То есть, если были какие-то проблемы, и о них было известно заранее, то надо было оповестить судей и запросить там задержку дополнительную. Я здесь ни за что, ни про что в отношении самих игроков Extreme, потому что, как бы, ты не бился за эту карту, вот. Но, понятное дело, ты сам виноват в том, что ты ее потерял. Просто вот, игру это все равно висит грузом, поэтому здесь... Даже разыграться тяжело, типа, как бы можно было прямо на этой мапе сразу включиться и играть дальше, но... Но не поспоришь. Дело такое, да. 5-1. 5-1. Не повторяй за мной. Ты не повторяй за мной. Я говорил, ты не списывай, это очень точно. Ну вот, оба двойки получим. Да я случай просто из школы вспомнил. Что, ну, я чуть смешал, я не точь-в-точь списывал. И чел, у которого я сидел, ну, там, немножко пару слов подглядел. Вот, ему поставили четверку, мне двойку. Я вспомнил, в школе это было. Ну,
Ё-моё. Может, она что-то знала, конечно, учитель. А может, и нет. Короче, ребята, не списывайте. Точь-в-точь. Вот. Да, ну, короче. Всем удачи. Своими словами списывайте. Я стараюсь, да, иногда, когда ты... Ну, в смысле, сейчас сказал, как будто я всегда этим занимаюсь. Ну, всегда стараюсь отвечать своими словами. Я сейчас как будто бы, да, сижу и закапываю себя глубже и глубже, глубже и глубже. Есть такой момент. Но я тебя спасу, конкретно тебя спасут ребята сейчас, которые стартуют вторую половину пригорода Багдада. К сожалению, интриги не получилось, и я думал, мало ли, камбэчик какой-нибудь будет, и выйти на 1-1 хотя бы получится. Но может быть, конечно, это еще и случится, но пока... Очень и очень-очень скомканно выглядит игра на первой карте для команды Extreme. Есть ощущение, что нет, в принципе, картины того, как они будут действовать и что они будут делать. Разбежались сейчас по карте, просто получили по шапке в отдельно взятом уголке этой карты. И под темкой, и на миду, и на боковой. Ну, Джесчо остался один. Его по итогу дабл Y принимает на себя и спокойно ликвидирует. Есть раунд, это уже 6-1, ну и, что-то скорее жизнь всего, какая-то. Финишная прямая. Ну да, я прям даже, я сижу, просто смотрю на таймер такой, да блин, а куда так быстро-то? Не знаю. Шеймс нашел фраг по сторону обороны, дабл Y тоже. Отдали в ответ двух игроков, вроде бы поравнялись, но все равно. Здесь игра вообще в целом держит такой характер, что везде все стреляются, везде все бегают, как бы особо за кем-то конкретным и не посмотришь, просто переключаешься и везде файты. Окей, Агира, 13 хп по спине погрел Hellrider Pro и поставил точку в этом матче, все, и США. Окей, окей. Те, кто сейчас зашел и смотрит, типа, чё так быстро, да... Вот первая карта отъехала у игроков команды Extreme просто потому, что они опоздали на первую карту в своем первом матче, и все. Бушва пишет. Перезаход. Ну да, ты делал такое. Best of 2, уже ребятки. Уже все. Да, там дабл Y дописывает, типа, парни, уже все. Но, видимо, может, не заглянули в Discord, я не знаю, что у них там происходило. К сожалению, это так, и сейчас наиболее подготовленный, наиболее, так сказать, педантичный будет выигрывать. Все эти моменты сейчас будут учитываться, никаких вот этих, да ладно, бро, посидим 20 минут, подождем там, что пока в магазин сбегаешь. Вот это вот уже не будет. Сейчас каждая минута на вес золота, соответственно, каждый раунд и каждая карта, которая в дальнейшем будет решать судьбу наших коллективов, которые будут выходить из групп первой групповой стадии во вторую, где придется побороться уже с достаточно опасными ребятками. Но я что-то даже в небольшом таком, знаешь, ступоре. Мы только стартанули, вроде поговорили, всего ничего, а тут уже бац и закончился первый матч. В любом случае, у нас на сегодня еще два запланированы, и эти два матча будут проходить по формату Best of 2. Так что, друзья, мы с вами не прощаемся, говорим, что скоро вернемся. А пока будет музыка.